Сегодня я хочу вас познакомить с третьей техникой перепрограммирования своего подсознания, которая называется циркуляр. Эта техника поможет не только достигнуть вашей цели, но и даст вам энергию для того, чтобы вы могли достигнуть задуманное. Вы и не заметите, как начнете предпринимать различные действия для достижения вашей цели. Эту технику необходимо выполнять в течение 20 дней. За это время у вас появятся первые уже результаты. Вы увидите, в каком направлении вам следует двигаться. Либо в вашу жизнь придут люди, которые помогут вам. Либо возникнут различные ситуации, которые будут способствовать вашему намерению. Вы даже можете осуществить свою цель в течение 20 дней. Здесь все индивидуально. Подписывайтесь на канал и поддержите это видео лайком, чтобы эта информация становилась полезной на просторах интернета. И жмите колокольчик, чтобы подобное видео чаще попадалось у вас в рекомендованных. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. В своих предыдущих видео на канале я рассказывала о двух мощных техниках перепрограммирования подсознания. Первая – золотое сечение, вторая – грань. Ссылку на эти видео я оставлю внизу в описании. Для выполнения техники циркуляр вам понадобится тетрадь потолще, ручка или карандаш. Алгоритм действий такой. На календаре нужно отметить тот день, когда вы начинаете делать эту технику. Затем следует на календаре отсчитать 20 дней и отметить точку окончание этой техники. Это вам позволит отслеживать, в какой период времени вы заметите результаты, происходящие в вашей жизни. И сделайте в тетрадке такую запись. Я начинаю воплощать в жизнь свою цель. Пишите, что конкретно вы хотите достигнуть. Я устанавливаю время прихода первых зримых результатов в любой из 20 дней от даты начала практики. Идем дальше. Сформулируйте желаемую цель. Обратите внимание, что формулировать ее надо так, как будто вы ее уже достигли. Например, я зарабатываю 40 тысяч долларов в месяц. Или я умею садиться на шпагат. То есть не надо использовать формулировки «я зарабатываю», «я хочу заработать», «я научусь делать то-то». И еще раз повторим. Надо ставить реалистичные цели. Ведь если вы не верите в их достижение, толку не будет. Более амбициозную цель вы всегда успеете поставить, когда достигнете предыдущую. Масштаб надо увеличивать постепенно. После этого вам надо обеспечить себе уединение как минимум на полчаса и 100 раз написать свою сформулированную цель в тетрадь. И так надо делать на протяжении 20 дней. Хочу напомнить вам не забывать ставить лайки под этим видео и писать комментарии. Я поделилась с вами тремя мощными техниками, которые вы можете применять на практике для перепрограммирования своего подсознания. Это результативные техники. Выберите для себя одну из трех или же используйте вместе все три. Это сугубо на ваше усмотрение. Результат обязательно придет. Единственное условие – вы должны настойчиво практиковать эти техники и, безусловно, верить в то, что вы делаете. Перепрограммируйте свое подсознание с помощью этих мощных техник и достигайте своих целей. Подписывайтесь на канал и поделитесь с теми людьми, кого вы цените, кого вы любите, кому желаете денег и достижения любых целей. Ну и, конечно, ставьте лайки и ждите следующие видео на моем канале. С вами была Елена Макаренко. Пока-пока.